Друзья, сегодня будет очень топовый контент, поэтому досмотрите видео до конца, и я думаю, вы будете довольны. Я очень старался, у меня улыбка до ушей просто была, не сходила во всем этом процессе. Короче, попросил Илюху кое-что записать, сказал, будет контент очень интересный, поэтому едем сейчас на бриз, приобретаем форму и погнали. Опа, моя бывшая пошла. Итак, друзья, то, что вы сейчас увидите, это будет необычно. Барабанная дробь. The senoritas that sing and how they swing with that ombrero, it's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring to that arquero. What happened to you? Люди у нас что-то никак не реагируют. А потому что они не понимают, как я говорю. О, я тут заметил двух прекрасных дам. Можно будет посмотреть на реакцию и кое-что спросить. Здравствуйте. А это отбой сирены был или нет? Нет. Не? Вот беда. Постоим. Что, на наварке? Ну да. А цыганочки-то заценили, удивились. Сейчас подъедем на маркет, я думаю, здесь чуть побольше людей, да и какую-то реакцию-то все-таки заснимем, я же надеюсь. Вот это сигаретку достать. А как ее покурить? Ты веришь в Бога? В Бога веришь? Почему? А должен. Ты видишь, даже на таких мотоциклах катаются. Оно, сейчас... оно, я тебе скажу так, оно не сильно, блядь. Ты что? А? Читал, это секс раз забрал. Читали, да? Ну, не знаю, надо в церковь идти. А где церковь? Где бывший ЗАГС? Не? Не годится? А ну конкретно так скажите, бабки где? А? А конкретно, что там и что есть? Ну все есть, все, что вам надо. Сами. Где, ну где ты находишься? Я скажу, где бывший ЗАГС? А как туда пройти? Ну, на детский мир идете? Да, знаю. Вот, проходите детский мир, доходите до перекрестка направо и в конце справа. А, спасибо. Вот это реакция. Чё? Very nice.
чувак вообще не верит, оборачивается как. Тут пришла посылочка AliExpress, и это все на мотик, слайдеры, поворотнички, тормозные колодки. Ну и вот она, конечно же, вся радость, все новенькое. Итак, друзья, как же все-таки разобрать наш шлем? То есть вам нужно оттянуть вот этот вот рычажок, и у нас вылазит точно так же с другой стороны. Тянем рычажок на себя до щелчка, и все. И наш подшлемник освобождается, и точно так же назад ставим. И это как распаковочка нового шлема. О, черт, какой новенький красавчик. Ну вот мы и поменяли колодочки. Чтобы их снять, нужно раскрутить этот болтик, все вытаскиваете. Здесь болтик у нас есть, разжимаете его, отгибаете эту защиту. Все, вытягиваете втулочку, там у нас скоба, они выпадают. С той стороны точно так. Что касаемо задних, тоже поменяли. Здесь у нас задние раскручиваются вот здесь и вот здесь. Точно так же вытаскиваем, освобождаем. Там есть внутри уже втулочка. Она там или с той стороны, в общем, тоже скобу вытягиваете, выталкиваете болтик и все. Подписчики, смотрите, шпионят. Ну как вам, ребята, был контент? Я думаю, он заслуживает лайка, поэтому подпишитесь на канал, оставьте положительный комментарий. Если вы не здесь, то вы нигде. It's very nice. So full of spice.